Фотовыставка воспитанников детского дома «Хуретен» открылась в центре Владикавказа. На стендах 11 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вместе с активистами, блогерами, представителями культуры и спорта. Все дети мечтают обрести семью. Исполнить желание помогает благотворительный фонд «Быть добру» и Министерство труда и социальной защиты республики. Третий год акцию «Наши дети» в рамках проекта помощи выпускникам детских домов «Расправь крылья» поддерживает и городская администрация. С прошлой акции в том году 4 ребенка обрели семью. В этом году мы планируем, что еще больше людей примет участие. И для нас очень важно, чтобы каждый из этих детей смог обрести семью. Ведь для них это самая главная мечта. И поверьте, каждый из них хочет маму и папу.